тыкать я на суман. Танки Макгрегор или Финио? Там же калифорниция, что ли, писала, но пока и попасть просила. Она уже все, вот, здесь. Все, можете трэш бить, танки начинайте. Не слышно. Протокол. А, понятно. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Thank you.
А рыба есть у кого? В одну лицо танчит. Ваши муки станут платой за это вторжение. Что такое слово? Да все равно первым сдохнет Макгрегор. У меня уже достаточно таких предметов. Цирк приехал.
хватает героев и без тебя. Вдвое сильнее страдания. Я пока не могу прочитать это заклинание. Я просто за ним побежал. Пошел. Вар на минус. Грегор, забирай. В мире хватает героев, Алта. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные... Два раза, блядь. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Если нужен кто. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Долго висал. Дай-то катку повагу. Спасибо. Союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Обратите их в пепел! Мои все вроде бы на месте. Мои вроде бы все на месте. Назойливая мошкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Thank you.
А где хоть примерно стоять, скажешь? Так, Макгрегор стоит. А? Каску подогадайте, пожалуйста. По всем каску. Всем, это по кому каску вроде бы раздавал. Да. Каски нет. Чек нажал нет. Подождите, 5. Ну а почему ты говоришь начинать тогда? Кто поехал? Что у тебя есть? Каски на шамане нет. Ну у меня это нет у аддона, я так бафую. Поберись там еще тыкни, я вот сбоку бегаю справа. На коне. Давай вдвоем во тьме останемся. Похилим, отсосешь, как обычно. Так, от чего там? От дыхания прожиматься только у него, да? Да. Не, ну, на случай всякий. Да, включено, я вообще-то с ним. Конечно, ты почти 7 килов собрал. Thank you.
надо, бейте все время. Не надо. Блядь. Звук. Бля, надо где-то записать, галочку поставить, что я танчил РС-ку. Спасибо. Слышишь, скоро прок мастерство будет идти, короче, ну заебись. Какая злоба, блядь. Я на максимум. Ну сейчас я плюсанул их ее. Тоже захожу, Слав. Тоже. От солка кем идти, Слав? Прислом или палом кем? Может, ты мне так начислишь тогда на приста? Я писал. Слава, сейчас еще одна будет, да? Да что, целка? Как было приятно быть в рейде, где два брата. Такая сложная работа. Слава и Рома. Слушать вас просто сказка. Настоящая, блядь, бригада. Подожди, я не зашел. Подожди, еще. Давай, я тебе тоже кину сейчас. Ты как? Слышь, Слав, можешь либо этой мишкой идти, либо этой БДК, самой темы. Да, мишки сама то. Кто тебе ответит? Да, я пидор. Просто у нас гильдия уже есть один пидор, нам второго не надо. Забирай его, нам еще до пары, чтобы парочка была. А, это то, что записи кидывали, это вчера было? А что, Бибоп не мальчик, что ли? Он же женщина. Да он попал. Не только Бибопа, он и меня мальчиком называл. Послушайте, мальчики, говорит. Я вчера слушал, я сегодня слушал, да, какую горнул. А что, скиньте еще раз, я пропустил, наверное. Ну, там не сначала, там только концовка уже. Сначала было интереснее там, да. Эх, блядь, я аж пожалел, что в Реал ушел. Есть место. А возьмешь, короче, этого мага в ОГС? Куривар 1.5 ОГС. Слави, куда идем сейчас? Могу в 2 окна идти. У меня ДК есть, только ГС. Я прикал, Слав, прикол. Сейчас. Я зашла.
Пап, ты видишь в полчате там пацана? Нет. А на кого ты здесь? На Пала, ты же говоришь Пала. Не, кем надо пойду. Ага. Буквально чуть. Он выходит Палом, соло захилил. А что, кого там не захилил он? Он только Синдруна. Не, ну падали люди и вайпы, это разные вещи. Бабычки? Не могу пригласить членов. Захилю обычку соло вообще, блин. Только, ну кроме Вали и Крейтера. Ты там, ну вот, собираешь, ну? Не могу пригласить члена другой группы. Это пиздец какой-то, короче, да? А что, Сараконь, это ж вот из гильдии этой. Как ее, блядь, Маши, которая у нас была в гильдии. Она ж туда. Не могу пригласить члена другой группы. Я уже в группе, Славик. Не могу пригласить члена другой группы. А чё гей, чё гей? Я не могу запомнить. Пока ты собираешь, я отойду на 10 минут, хорошо? Парик, окей? Угу. Семьсот шестьдесят один человек, охуеть. Это еще потикали, там было 860. А есть у нас там, есть бродяги по месяцу офлайн. Я могу БДК. Я могу потанчить, ну, вот и БДК. А я кто, холипал, да? Это, Слав, можно я на осколки зайду тогда, ДКшник? Тут нет шамана, могу и лезть. Слушай, с осколками... А какой у тебя никнейм просто? Может, я в очереди раньше стою? Смерть, да. Рыцарь, меня записывал Олег. Не, ну просто я, наверное, просто... Макгрегор вот раньше. Давай. Давно квест сделал. Ну сейчас я зайду в группу, проверю, я могу ошибаться. А, ну я же спрашивал просто, есть квест, никого нет, я бы пошел. Ну, если есть, то, пожалуйста. Посмотри, кстати. Я в очереди повыше буду, короче. Ну, в плане ближе. Короче, я собираю. Ладно, вот. Тогда не пойду. Нет, ну в смысле, АДК не пойду, пойду по АДК. Либо ДК там можно было. Где ж мы раз были БДК? Не пробовал. Алло, алло, привет. Здорово. Привет.
Ну, странный ник, да? Очень странно. Они набирают и хилов, вот уже их два, блядь. Хватит, ну. Возьми, убери этих двух друидов, сделай одного шамана и все. Так а зачем хилить в 6 человек кабычку? Я вообще, блядь, соло я хочу хилить. Давай. Да в смысле никто не пойдет? И в 5 хилов люди будут падать, что за... Будут гибельные условия. Давай, если мы без вайпов пройдем, ты мне 5к. Ну, кроме Валитрии. Ну, если вайпы там... Если ебач какой-то красного поймает, допустим, это тоже не я виноват, само собой. Ну, не знаю, конечно, в 25 бычки давно не был, но я сомневаюсь, что Холипро может быть самый хилый. В 2, да. В 1. В одного не знаю. Да какого босса, блядь, там хилить, скажите мне? Лича. Да лича, сука, еще когда боссы били на больше, не, когда фулпрофы и персы были, это... Марк Аврелий соло захиливал лича при это мне. Да он помню. С ДЦ. Марк Аврелий нет, с ДЦ был. Нет, он просто линковал. Там... Я был в рейде, Даня, там... был в рейде, Даня. Был с собой в рейде, заливал ему ману, не было ДЦ. Было 6 или 7 шпшек, 4 совы было. Было хулипалом? Ну, профи вряд ли. На профи там нужно порядка 18к хпс, чтобы у хила, не знаю, захапало. Ну, тут зависит от рейда, сколько престов рейди и как... Ну, да. Да, зависит, сколько престов и как быстро слизни будут сливаться. Допустим, если зеленый будет, конечно, 5 раз ползать, то да, то вряд ли я профа захилю. А если он там за 1, за 2 доползания будет убиваться, хули его там хилить? Ну или сейчас, согласен. Если сейчас ты там забрал рейд 5.2, то ты не захилишь. Всем привет. Лану тоже вряд ли захилишь соло. Это я помню, как Дессер тоже грозился, я сейчас холипалом соло захилю, в итоге спекали ему шамана постоянно. Ну просто это рейд всегда будет на лоу хп, то есть по-любому будут умирать. Ну, Эршамой, допустим, Эршамой легче захилить, допустим, 25 нормы на соло, а хэпалом нужно, чтобы весь рейд в кучке стоял, чтобы он символом чисто всех захиливал. Ладно, еще Синдру тоже согласен, весь рейд когда кучно стоит, там никто никуда, если не выбегать не будет, то можно. Заходи, Бибоп, в рейд Лемом. Нету шамана. Ну, давайте попробуем, в принципе, я не против. Он пусть мне вот есть парагон, спекнется в сову, если что, вайпнемся, блядь, спекнем дерево и пойдем дальше. Я попрошу всех прощения, скажу, что я ебаный хуесос, запишите там на себе. Ладно, страх. Ну, кем-нибудь пусть побудет, другим котом, ПВПшным, вообще поебать. Просто, ну что, или другим персом пусть зайдет. Могу Эршамой зайти, если надо. Он кисает. Да нет, ну соло такового, блядь, оставили. У нас нету совы, нету шамана никакого. В смысле, ну это 5% хосты и крита. А, кстати, посмотрел вчера это видео, сука, Васи, да, он, кстати, ставил тотем, но он его ставил не в центре, а справа. Не-не-не, нихуя, нихуя, он не ставил, он на первом трае ставил тотем, а на да, втором да? трае после вайпа он его не поставил. Я просто посмотрел, да, по первому траю был, а во втором он ставил На первом тотем. Трае он еще был в Иршаме, по-моему, или в чем он был там. Не, а на втором трае там уже стоял тотем на Адилу. Не, во втором трае просто не отображался, но я не думаю, что он ставил другой. Не, не было тотемов. Я смотрел, но сегодня пересматривал, не было тотемов. Был, он поставил его в правой части он комнаты. Он в стороне поставил, да. Да, и те, кто стояли слева, они не получили тотемы. Как... Как и этот, как и тоже в прошлое, когда... Чё, LM 5.4, пук. Нужен нам, да. Вот, на трэше нужны хилы, да, вот трэш, не знаю, как правда холипало хуй захилишь, наверное.
Меня слышно, нет? Да. Слышно. Я говорю, если нужно, надо, я могу Эршамой зайти. Да, Эршамой фул, тут нужно... Нале. Просто для Гиллера и Тотема. Чтобы просто Тотем и Рост, да. Зачем ты хулипалом идешь? Можно пойти рестер-шаманом, и легче будет хилить одному. Ну да, я считаю, рестером легче захилить соло. Ты рестером просто кастуешь цепуху, пока дайв рейд и все. Да сейчас мы все сдохнем на ребре в лужах, и все будет хорошо. Не, я думаю, ну при бро, леди, корабли, сурок, нет проблем вообще соло захилить. Вы только паладин еще там это и желтой джагой бейте ему по боссу, чтобы вообще было классно хилить. Да не, пусть он сам бьет. Блин, там же нет урона в обычке, почему вот вопросы про лану, еще что-то. Я не понимаю просто, почему так переживать. Нет, там меньше, чем в гире, но все равно много. Ну там нужно много очень хпс, чтобы было. Мне нужно только, чтобы вы мне ману заливали, чтобы я не жал плею и все. Будут да, тебе гиб. На трэше в хиле будь. Понял, понял, Рома, тебе гимна накидают, гимна. Да, они не понимают. Ну, гимно это типа говно на украинском. Я понимаю, я живу возле Украины. Только оно там гимно, а гимно. Кто ты зашел с собой, а кто танчить будет? Так а я же, по идее, могу и танки делать квесты. Да ты просто грани оттяни, вообще пофигу. Да и везде, и на лане, и на этом. И на Синдре. Там не надо ни